Еще раз. Das sind die Füße. Das sind die Füße. Und was ist das? Zeig. Полина, что это? На, was ist das? Да, что, was fasst du gerade an? Richtig, das sind die Nägel. Und was noch? Как пальчики будут? Пальчики? Das sind die лакиры. Лакиры. Пока что я что, лакирт? Я не думаю. Полина, так, как будет пальчики? Пальчики. На ногах. На ногах пальчики. Кни. Кни, вот у нас кни. Это не кни. Пальчики, как будет? Ц. Еще раз. Das sind die Zehen. Еще раз. Zehen. Видишь, да? Полина? Ну, можешь одеть, если холодно, одевай. А, одевай это. Так можно другую куртку. Zehen. Для вас, Макс, ты рада, что ты сейчас делаешь? Как по-немецки сказать? Я надеваю кофточку. Ich ziehe einen. Ну, как будет кофточка? По-немецки. Over. Ich ziehe einen Pullover an. Falsch. Ich ziehe einen Pullover an. Sama, fehlt's noch. Ich ziehe einen Pullover an. Gut. Was trägst du alles heute? Что у тебя сегодня одето? Полина, что? Вот эти уже синие. Ну, по-немецки скажи все, что на тебе надет. Ich habe. Да? Ну, да, давай, давай, вставай, вставай, Полина, вставай. Да, ich habe einen Pullover an. Ich habe eine Hose an. Скажи. Ich habe. Полина, ну, Полина. Сегодня мы умираем. Полина, чтоб вставай. Сегодня мы умираем. Ну, не сегодня, это у нас такая система. Полина, потяни штаны, давай. Zieh deine Hose hoch. И скажи, ich habe eine Hose an. Ich habe.